Ли Южин – учитель истории. Скорее, в Монголию она приехала по обмену. Женщина рассказывает, что для нее это очень большой опыт. Монгольские дети отличаются от корейских детей своей активностью, высоким интересом к занятиям. Отвечать желают все. Но если посмотреть систему, то, думаю, надо внедрять электронную систему. Корейские учителя Монголии в течение 3 месяцев преподавали историю, географию и обществознание. Сегодня они подвели итоги своей работы и поделились впечатлениями. В этот раз к нам приезжали опытные учителя. Еще одна особенность нынешней смены состоит в том, что к нам приехали учителя из специализированных школ. Этот приезд уже второй в рамках программы обмена. Она была разработана Институтом повышения квалификации учителей при Министерстве образования и науки. Начала действовать в 2012 году. В ее рамках 44 корейских учителя побывали в Монголии и 45 монгольских в Корее. В Корее обучение полностью идет в электронном виде, все классы укомплектованы техникой. Было бы хорошо внедрить такую систему в Монголии. Особенно в этом отношении отстают провинциальные школы. Также я положительно оцениваю демократичную манеру общения корейских учителей с учениками. В планах развивать программу обмена специалистами. На очереди страна передовых технологий – Япония. Сангодганбат, АЭС Монголия.